Всем привет! Сегодня сделаю блесну пуля из ниппеля и разловим ее. Испытаю ультралайтовое удилище с Алиэкспресса. И разловим блесну атом с прошлого видео. Итак, делать приманку пулю я буду из ниппеля от велосипедной камеры. Вырезаю ниппель, срезаю лишнюю резину. Расплавляю свинец. В дереве сверлю глухое отверстие. В него вставляю ниппель. Заливаю внутрь свинец. Все отлично пролилось. На плеере свинца убираю об напильник. Зажимаю в тисках. Черчу линию по всей длине трубки, что потоньше. Отрезаю ножовкой. На противоположном конце делаю срез в ту же сторону под 45 градусов. Выравниваю плоскости на напильнике. Керню и сверлю отверстие. Шлифую наждачной бумагой на воде от 240 до 1500 грит. Полірувати буду на войлочному кругі з пастою Гої. Приманка пуля, вона же грушка, готова. Осталось оснастить ее крючком. Одеваю заводное кольцо 8 мм. В Али прикупил съедобную двухцветную резину от ES Fishing, даже мягкая. Одеваю в заводное кольцо. Крючок должен быть направлен вверх и быть со стороны спила приманки. Вес приманки пуля 10 грамм. Приманка пуля, она же игрушка, обладает хорошей проходимостью среди камней и корях. Также хорошими полетными характеристиками. Блесна имитирует малька, за которым гонится хищник. У хищной рыбы, увидев такое, срабатывает инстинкт. Скушать первым. Выехали с женой тестировать приманку. Сначала решили попробовать по судаку.
перебрались в друге місто, возле затонувшого баркаса. Ну і там судак молчав. Рішили перебратися на щучий водойом, перевірити приманку по щуки. Я буду розлавлювати самодільні блюсна, які робив в прошлом відео, а жена – приманку пуля. Ага. Есть? Есть. Yeah. Смотри, как красота. Захотіла за маленькі приманки, да? Аккуратно можна. Опа. Це удобно доставати, да? Угу. Клас. От ігрушка в дійстві. Есть! Атом! Атом самодельный! Та уловистая расцветка, о которой я говорил. Юлька, есть щучка! На атом! У нас водойом спускають, орендатор вирішив уничтожати щуку, як говорять, не знаю, правда чи ні. От такої розсітки у нас воблер, один дуже уловистий по щуки. І як оказалось, блісна теж працює. Есть! Еще одна. А, отцепилась. Удар. Догнал. Есть. Спасибо, спасибо. Вот этот цвет блесны, это капец. Так, а как ты из них зачислишь? Не знаю. Кстати, ребята, я бачу на новый ультралайтовый спиннинг. Вернее, лайт ультралайт. Идет в таком крепком тубусе из картона. Спиннинг идет light, ultra light, то есть две вершинки, или как их правильно назвать. Одна 1,6 грамма, а вторая 2,10. Фирма называется Жухико, вроде так. Эту катушку я к ней прикупил. Тоже с Алиэкспресса, Dive Exceller, 2500, шнур, 9-жилка, 0,1.
тестирую, так сказать. Два в одном. Одна вершинка идет лайтовая, вторая ультралайтовая. Опа. Ну, все вот такого размера. Угу, самцы. Самка, видно, болеет после нереста. Три самца. Примерно грамм 700-750. Ну вот, ребята, такая приманка, как игрушка, даже ловит щук. Если видео понравилось и было полезным, поддержи лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока.